Величайший враг спрячется там, где вы меньше всего будете его искать. Гай Юлий Цезарь, 75 год до нашей эры. Можно ли обрести над другим человеком безграничную власть, чтобы управлять им как заблагорассудится, словно персонажем компьютерной игры, чтобы он выполнял все, что ты ему велишь, беспрекословно, 24/7? Как это сделать? Насилие, угрозы, шантаж, методы неплохие, но грубые, да и крайне ненадежные. И рано или поздно он восстанет и обрушит на тебя всю свою ненависть. Это должен быть обман. Искусный и тонкий, как игла, как микрочип. Нужно проникнуть к нему в сознание и внушить, что ты — это он. Гениально, ведь ради себя самого он пойдет на все. Теперь о том, как это сделать. Вы правда хотите узнать? Хотите узнать, как заполучить абсолютный контроль над волей другого живого существа? Фу-фу-фу. Фу. Вы представляете, какой ответственностью обернется это знание? С какими моральными выборами вы столкнетесь? Я не могу на такое пойти. А, ладно. Слушайте, вам нужно быть с этим человеком с раннего детства. Если точнее, нас интересует возраст в районе 2 лет. А еще нам нужно зеркало. Когда ребенок видит свое отражение до этого возраста, он смеется и показывает пальчиком, думая, что там обитает какой-то другой мальчик или девочка. Но когда ему будет около 2 лет, он заглянет в зеркало, и в его глазах встрепенется озадаченность. А кто это? И вот он, ключевой момент. Важно не прозевать его и обязательно быть рядом. Почувствуйте всю ответственность этой секунды. Вслушайтесь в последние мгновения этой тишины. Вдохните и тихо скажите: «Это я». Отлично. А теперь главное, не замолкайте. Никогда. Трещите безумолку, комментируйте все вокруг, будьте с ним неотлучны, обдавайте его шквалом слов, когда он только проснулся, говорите ему под руку, когда он работает, не оставляйте его даже, когда он ложится спать. Особенно, когда он ложится спать. Пусть ваш голос станет причиной его бессонницы, пусть ваш голос станет его главным советчиком, пусть он поверит, что ваш голос принадлежит ему, и тогда он сделает все, что вы скажете. Что ты несешь? Людям нравятся факты, научные факты. Дай им их. Мы же хотим много просмотров. Мы же хотим, чтобы все смотрели на нас. Интересный факт. Знаете, что отличает вас от вашего кота? Документы, мобильный, ботинки. Не обязательно. Ну что уж точно, так это вторая сигнальная система. Вообще, согласно терминологии Ивана Петровича Павлова, лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины, возле дома которого мы сейчас ошиваемся, все сигналы в головном мозге можно подразделить на 2 типа, а именно сенсорная система сигналов, она же первая сигнальная система, и понятийная система сигналов, также известная как вторая сигнальная система. Первая сигнальная система, которую мы делим с братьями нашими меньшими, это чувственное восприятие окружающего мира. То есть все сигналы, которые обрушиваются на наши органы чувств, на основе которых конструируется модель реальности у нас в сознании. Это такое чистое, молчаливое восприятие окружающей реальности. Некий сигнал во внешней среде, например, сосед с перфоратором и его моментальное воплощение в сознании в форме воспринимаемого звука. Но человеку одной сигнальной системы показалось мало, и в ходе эволюции он обзавелся еще одной – понятийной сигнальной системой, которая, в отличие от первой сигнальной системы, не отображает реальность непосредственно, но делает это с помощью символов. И в этом случае сосед с перфоратором в невыспавшемся сознании предстает уже не просто как источник звуковых волн, но еще и как мудак. Ну, можно и так сказать. То есть первая сигнальная система — это как фильм, а вторая — обзор на этот фильм. Первая сигнальная система — это репрезентация объективного мира. Вторая — репрезентация этой репрезентации. Справедливости ради, следует добавить, что не такие уж мы и особенные. У некоторых животных, например, у обезьян и птиц, также обнаруживаются зачатки второй сигнальной системы. Это я уже не говорю про дельфинов, у которых вообще свой собственный полноценный язык. Грех жаловаться, нам очень повезло с этой второй сигнальной системой, и во многом ее развитие определило статус человека как старшего по планете. Допустим, ты хочешь объяснить соплеменникам, что в той долине полно вкусных и питательных мамонтов. Как донести до этих дурней столь важную информацию? Можно, конечно, припереть полноразмерного мамонта, да, а можно просто набросать эскиз мамонта на стене пещеры. И тех, кто сумел развить абстрактное мышление, то есть способность свести конкретного сложного мамонта до обобщенного образа на стене, ждал эволюционный успех, ведь у таких ребят получалось вести совместную охоту куда эффективнее, да и лучше организовывать племенной быт. Ну и, конечно,
конечно, консервировать информацию для передачи ее следующему поколению. И без всего этого не было бы ни искусства, ни науки, ни высоких технологий, ни пьяных разговоров о политике. Прямо сейчас работу своей второй сигнальной системы вы можете понаблюдать в виде внутреннего монолога. Это тот самый неусыпный подкаст, который постоянно крутится у вас в голове. Ну, вот вы пробовали ни о чем не думать? Попробуйте. А чтобы понять, насколько глубоко мы вляпались, прибегнем к аналогии. Вам попадались календари жизни? Ну, такие таблички или графики, которые любезно рассказывают, что вам осталось влачить существование меньше, чем вы рассчитываете. Ну вот в каком возрасте ты надеешься дать Богу душу? Где-то после 85, ближе к 100, да? Мы как-то весьма буквально воспринимаем понятие «человеческий век». А потом календарь жизни говорит тебе, а вот и нифига. Посмотри-ка на среднюю продолжительность жизни в твоей стране для твоего возраста, голубчик. Если тебе, скажем, 25, и тебе повезло родиться мужчиной, да еще и в России, тебе осталось отчихать где-то вот столько. Грустно, да? А теперь вычти из этого время на сон. Ну, допустим, ты тот самый идеальный человек из энциклопедии здоровья, и тебе достаточно 8 часов в сутки. Это, мать его, целая треть из того, что у нас есть. На этом моменте многие уже начинают просить прощения у близких и чистить историю в браузерах, но на канале ЧД знают, как сделать еще больнее. Какие бы крохи тебе не отводил даже самый пессимистичный календарь жизни, смело вычитай из его прогнозов еще где-то половину. Ведь почти 47% от всего времени бодрствования мы проводим блуждая в мыслях, не имеющих никакого отношения к текущему занятию. То есть 47% жизни мы не здесь и не сейчас, мы вообще не пойми где. Ну, явно не в реальном мире. И наше внимание не в первой сигнальной системе, а в виртуальном, понятийном мире второй сигнальной системы. И это не есть жизнь в полном смысле этого слова, это скорее сон с открытыми глазами. В такие моменты мозг переключается в режим по умолчанию. В нем активируются участки, взаимодействие которых образует так называемую сеть пассивного режима работы мозга. Она обычно противопоставляется сети оперативного решения задач. Сеть оперативного решения активируется, когда ты фокусируешься на выполнении сложных заданий, увлекаешься чем-то так, что забываешь обо всем на свете и себя самого, переживаешь потоковые состояния. Соответственно, в случае с сетью пассивной работы все наоборот. Наши мысли как бы размазаны, перескакивают с одного на другое. Ты думаешь обо всем и ни о чем. О себе, о своих личных качествах, во взаимоотношениях с другими, вспоминаешь прошлое, предвосхищаешь будущее. Возможно, не случайно про людей в этом состоянии говорят, что они загрузились. Ну чем не матрица? И сегодня эту матрицу мы попытаемся взломать. В каждом ролике заводишь пластинку про матрицу, а сам даже фильм не смотрел. Откуда ты знаешь? Я знаю абсолютно все, а тебе уж точно. Я у тебя в голове. Пожалуйста, не перебивай, ладно? Сейчас начинается твоя любимая часть видео. Окей. Мне нравится думать об исследовании сознания, как о попытке хакнуть свой биокомпьютер. И вообще мне симпатичен образ хакера, который взламывает неприступные сервера, проникает в запретные зоны, особенно если речь идет не о взломе моей страницы. Ну, то есть если это этичный хакер, который преследует вполне благородные цели. Например, многие компании выкладывают круглые суммы за то, чтобы их систему защиты попробовали хакнуть, тем самым проверив ее на уязвимости. И средняя зарплата такого благородного пирата виртуальных морей 120 тысяч рублей. Неплохо. В школе Skill Factory, о которой вы наверняка не раз слышали, как раз идет набор на курс «Этичный хакер». Чтобы начать обучение, знаний из области программирования или тестирования не требуется. Практикующие эксперты по кибербезопасности пройдут с вами весь путь с нуля до готового спеца по тестированию на проникновение. Что мне нравится в условиях курса, так это возможность замораживать курс, идти в комфортном для себя темпе, быстрее или медленнее, ну и, конечно, упор на практику. Вас ждут задачи, имитирующие реальные действия хакера, отработка навыков кибератак на специальных виртуальных стендах, а после окончания курса по-настоящему широкие возможности в мире, где спрос на IT-специалистов стремительно опережает предложение. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на курс «Этичный хакер» в Skill Factory, а по промокоду ЧД вы получите скидку 50%. Но поторопитесь, скидка действует неделю после выхода этого видео. Ты, возможно, скажешь, ну, витаем в облаках и витаем. Что с того-то? Чего хорошего мы снаружи не видели? На улице чай не Франция, и уж тем более не Рязань. Да, все бы, может, ничего, если бы блуждающий ум не делал тебя несчастным. Это я делаю тебя несчастным, безумец. Я твой внутренний мир. Я помогаю тебе творить, планировать, моделировать потенциальные угрозы. Защищаю от повторения ошибок. Успокаиваю, подбадриваю, пусть иногда и критикую, не без этого.
напоминаю о поставленных задачах. Я твое самообладание. Я твое самолюбие. Ну, тут не поспоришь. Кроме того, одна из важнейших функций внутреннего голоса – нарративная. Он выступает в качестве твоего личного летописца, связывает в единую цепочку разрозненные события твоей биографии, объединяет их в логике повествования, где тебе, разумеется, отведена главная роль. И благодаря этому, несмотря на бесконечные перемены, что снаружи, что и внутри, образ твоей личности остается целостным. То есть в любой момент он с радостью готов напомнить, кто ты, откуда и куда идешь, какие ценности и принципы проповедуешь. В общем, это как... рассказчик. Слушай меня внимательно. Голос рассказчика в рассказе о тебе, который обрисовывает и объясняет предысторию, мотивацию и цели героя. Но, правда, есть один нюанс. По большей части этот рассказ о тебе ложь. Другом один обман. Но обо всем по порядку. Первая проблема такого соседства в том, что внутренний голос настолько поглощен комментированием реальности, что не дает воспринимать эту самую реальность. Это как если бы футбольный комментатор за спортивными байками и прогнозами на игру забывал рассказывать о забитых мячах. Авторы исследования, благодаря которому мы знаем про те самые 47% времени в прострации, так и говорят открытым текстом. Человеческий ум – блуждающий ум. А блуждающий ум – это несчастный ум. Всегда было интересно, как эти ученые умудряются выяснять такие вещи. На самом деле тут все просто. Они разработали приложение, через которое в случайное время заколебывали добровольцев уведомлениями, чтобы те отчитались, что они в данный момент делают, думают ли они о текущем занятии или о чем-то постороннем, и насколько счастливыми себя ощущают. И они установили, что состояние ума, а именно блуждает ли он или присутствует в настоящем, определяло, насколько счастлив человек даже в большей степени, чем характер занятия, за которым его застало уведомление. То есть, неважно что. Важно как. Внутренний монолог, как и дементор, высасывает из нас радость жизни как минимум двумя способами. Ну, во-первых, если за пеленой мысли ты пропускаешь важные и неповторимые моменты своей жизни, то спрашивается, откуда тебе взять поводы и ресурсы для радости. И выходит, что твое настроение, взгляд на мир, впечатление от жизни формируются не в результате чего-то реального и наблюдаемого, например, внешних событий, а под влиянием тотально бесплотных и неуловимых мыслей. Во-вторых, этот неуемный комментатор подавляющую часть времени откровенно говоря, негативит, говорит такие вещи, от которых волей-неволей портится настроение. Ты самый обычный неудачник. Страхи, тревоги, самобичевания, неудовлетворенные желания становятся своего рода мощным магнитом, черной дырой, и твои мысли, как бы далеко они ни дрейфовали, в конечном итоге неизменно притягиваются к ней, что весьма логично и предсказуемо. Рассудите сами, нейтральные вещи вряд ли смогут долго приковывать к себе внимание. Например, вот стена, вот потолок, вон облако проплыло, это, мягко говоря, скучно, чтобы занимать сознание продолжительное время. У позитивных вещей шансы повыше. Но для радостных мыслей нам, как правило, требуется повод, а вот для негативных мыслей повода не нужно. Это, пожалуйста, это в любое время. Мозг эволюционно заточен на генерирование трагедий и ужасов. Для него это как авиатренажер. Он справедливо полагает, что лучше тренироваться на смоделированных виртуальных ситуациях, чем потом огребать в реальном мире. Проблема лишь в том, что для мозга нет разницы. Происходит что-то в действительности или в твоем воображении. В обоих случаях, думаешь ли ты о том, что тебя отчислят из универа или тебя реально отчисляют, ты испытываешь примерно тот же уровень стресса, тот же кортизол и адреналин, только вот есть небольшая разница. Само отчисление обычно случается лишь раз. Я не знаю, каким нужно быть настойчивым и несгибаемым, чтобы тебя отчислили из одного и того же вуза дважды. А вот у мыслей об отчислении лимит не предусмотрен. И этот бессмысленный, гуляющий по кругу монолог, в котором мы то перекраиваем прошлое, то волнуемся за будущее, называется руминацией. Или, как его еще весьма точно описывают, мысленная жвачка. Руминация не дает нам справляться с реальными задачами, потому что похищает часть мозговых ресурсов и задействует нейроны, которыми можно было бы распорядиться куда практичнее. Вот пробовали ли вы после ссоры или какой-нибудь стыдной ситуации сесть за чтение, работу или другую деятельность, требующую концентрации? Тогда вы знаете, что в этом случае внутренний монолог буквально заглушает любые ориентированные на деятельность мысли. Ты вроде бы сидишь с книгой, глаза бродят по тексту, но вот только ты уже как полчаса не переворачивал страницу. Внутренний голос может мешать отношениям со значимыми для себя людьми. Скажи, как часто ты выпадаешь из разговора, отвлекаясь на внутреннего собеседника? Твой друг, товарищ, кровинушка делится с тобой переживаниями, ему, скажем, изменяет девушка. И нужно срочно с кем-то поделиться, выговориться, и он даже не подозревает, что тебя тут уже нет, что ты уже ушел в себя. Да, ты по-прежнему на автомате сочувственно вздыхаешь и качаешь головой, а сам тем временем прикидываешь, стоит ли ему рассказывать, что это она ему
с тобой изменяет. И это ужасно. Разве для этого нужны друзья, чтобы вот сидеть с отсутствующим видом, пока тебе изливают душу? Насколько это ужасно, ты можешь представить, оказавшись на месте говорящего и в какой-то момент ощутив, что разговариваешь со стеной. И то же самое с сексом. Случалось ли вам задумываться о повседневных вещах в самый разгар действа? Представляешь, как был бы задет второй человек, загляни он тебе в голову? Нет? Ну, тогда переверни ситуацию, вообрази, что пока ты там пыхтишь и вовсю стараешься, она размышляет, что неплохо бы убрать паутину с потолка и научиться хоть иногда отказывать людям. Каково, а? Кроме того, согласно исследованиям... Пусть знают, что у нас серьезный канал с проверенной информацией, а не какая-нибудь шняга. Руминация провоцирует жестокость и агрессию, способствует развитию некоторых психических и соматических заболеваний, и даже через стресс и укорачивание теломер ДНК ускоряет процесс старения. А каким бы наслаждением, когда ты, например, пытаешься уснуть, было бы раз щелкнуть и по желанию выключить этот назойливый голос в черепной коробке? Попробуй выключи, а я понаблюдаю. Пожалуйста, дай мне договорить. Говори, сколько влезет, но последнее слово будет за мной. Может показаться, что у тебя нет над ним власти. У него же над тобой сколько угодно. Ведь ты поступаешь так, как он тебе велит. И если ты все-таки вздумаешь перевернуть игру, главный вопрос, на который ты должен ответить – чей это голос? Его самый большой обман заключался в том, чтобы заставить тебя поверить, будто он – это ты. Я постоянно говорю о нем в третьем лице. Он, этот голос, внутренний болтун, внутренний комментатор и так далее. И возникает вопрос, а не пора ли мне в дурку? Потому что парень, это как бы ты и есть, это ты сам разговариваешь, только не вслух, а про себя. Предположим. Но почему тогда он неуправляем для нас, говорит, когда хочет и что захочет, как бы сильно нам это не нравилось, заставляет нас совершать вещи, которых мы потом жалеем? Может быть, в таком случае нам всем пора в дурку? Нет, я не хочу вас убедить, что этот голос принадлежит некой самостоятельной сущности, и в любой неловкой ситуации следует говорить «мне так приказал голос, и вам ничего не будет». Нет, это не кто-то другой, но это не совсем ты. Такой парадокс. И для удобства мы все-таки дистанцируемся от него и, наконец, назовем его по имени. О, а у него их огромное множество. Зови меня папой. В английском языке для него припасено слово self. В буддийской традиции он предстает как атман. Поклонники Гая Ричи знают его под псевдонимом Мистер Голд. В психологии ему соответствует термин эго. Эго – это то, что мы считаем собой, но что при этом нами не является. Это попытка второй сигнальной системы осмыслить и определить, что же я, черт подери, такое. И вот проблема в том, что вторая сигнальная система умеет только в символы. Помните наскальных мамонтов из начала видео? Эти рисунки – лишь понятия, репрезентации, символ, замещающий настоящего мамонта. Так же, как слово «яблоко» выступает символом по отношению к реальному яблоку, которое можно вот потрогать, надкусить и при определенных навыках даже пустить на компот. А теперь давай-ка забацай компот вот из этого. Также эго, твое представление о себе, это лишь символ, способ думать о себе, определить себя, создать референтную точку, с которой можно было бы сверяться, прокладывая жизненный маршрут. Но так же, как вот это не равно этому, так же и мысленная репрезентация себя не равна тебе, который вот сидит, смотрит, дышит, моргает, глотает слюну. Не благодари за напоминание. Эго, то, что тебе кажется тобой, это ужасно абстрактная, урезанная, местами искаженная проекция тебя настоящего. Потому что мозг — это не реалист, а скорее импрессионист, и плевать он хотел на объективную правду. И все, что не соответствует твоему представлению о себе, например, какие-нибудь стыдные, неприглядные вещи, он будет предусмотрительно исключать из поля зрения или забалтывать. И охотится за всем, что впишется в уже готовый, как правило, позитивный образ себя. Люди с охреневшим эго сами себя могут убедить, что они самые шикарные, самые талантливые. Хотя на самом деле они просто мешки с дерьмом. А помнишь, как все начиналось? В возрасте около двух, когда ты впервые узнал себя в зеркале и понял, что вот этот малыш напротив – это ты сам и есть, у тебя тут же возник закономерный вопрос. А что значит «это я»? Кто это я? Да что же ты такое? И первые сведения, которые ты смог почерпнуть о себе для формирования своей истории, своего внутреннего образа – это реакция значимых взрослых на твое поведение в виде поощрения или неодобрения. Молодец! И ты начал учиться быть собой. Понимаете, это очень важно, мы учимся быть собой. Когда твои действия поощрялись, мозг одаривал себя дофамином. А именно этот нейромедиатор играет ведущую роль в обучении вообще чему-либо. Через дофамин мозг мотивировал тебя к повторению действий, которые привели к одобрению. И в конце концов, поощряемое, угодное твоему окружению поведение стало привычкой, стало тобой. К
этому моменту ты уже вовсю сидишь на дофаминовой игле и только и делаешь, что ищешь, как бы выбить для себя молодец, так держать, золотые медальки, лайки, признания, рукоплескания. И не то, чтобы нас неправильно воспитывали, это не критика, это констатация факта. Разве можно обучить человека чему-либо, исключив из этого процесса поощрения вместе с дофаминовым подкреплением? Это работает только так. Получается, нельзя стать собой, обрести свое «я», не подсев на поощрение. Отныне твой образ себя и социальное одобрение крепко переплетены, и любое дальнейшее утверждение эго в мире, укрепление его границ, увеличение его влияния поощряется дофаминовой подачкой. Вообще, эго – это очень классное, незаменимое эволюционное приобретение. В мире, где развитие тесно связано с конкуренцией, очень важно иметь некую внутреннюю силу, которая не позволит тебе просто отсиживаться и отмалчиваться, а даст пинок, чтобы ты встал и гордо заявил о своем «я», и все, чего ты достиг, это его заслуга. Даже этого видео не было бы без желания показать себя, повлиять на мир и завладеть вниманием пары сотен тысяч людей. Но вот беда. Эго очень прожорливо и вызывает у тебя неутихающую дофаминовую ломку, которую ты в состоянии утолить лишь на короткую секунду через обретение символов успеха и поддержание иллюзии исключительности. Мы не хотим быть одним из безликой толпы мистеров Смитов, мы хотим быть избранным Нео. Эго позарез нуждается в чувстве уникальности, превосходства над другими, подтверждение своей значимости, и ему никогда не бывает достаточно. Знаете, вот эти квартиры, особняки, яхты, банковские счета из расследования Навального... Короче, когда я смотрю на эти 30-комнатные жилища, я вот думаю, а сколько человеку достаточно комнат? Ну, вот из расчета на потребности одного нормального человека, чтобы ему вольготно и радостно жилось. Даже не знаю, ну, давайте скажем 3. Вот, 3 комнаты достаточно одному человеку. И то мы, жители однушек, справедливо посоветуем такому человеку закатать губу. А вот эго недостаточно и 30, потому что оно само по себе фикция. Плод нашей фантазии питается точно таким же, как оно, миражами, условными обозначениями. Ну, знаете, теми неуловимыми сущностями, которые отличают диван за 100 тысяч долларов от дивана за 100 тысяч рублей, они еще называются понтами. И ими нельзя насытиться. Нет такого момента, когда человек скажет: «Ну, ладно, я уже что-то в край охерел, пора и честь знать». Ну, вы видели, какие памятники себе при жизни ставят туркменские диктаторы? И пропагандисты, и маркетологи прекрасно знают, какое голодное существо живет у нас в черепе, и ловко этим пользуются. Продукт должен не просто быть полезным, нужным и благообразным, он еще должен дополнять вашу идентичность, я бы сказал, даже заполнять. Вспомните рекламу автомобилей или недвижимости, или дорогих смартфонов или часов. Это подчеркивает ваш образ успешного человека. Вы почувствуете себя королем. Вы знаете, что заслуживаете лучшего. Все увидят ваш статус. И все в этом духе. И снова, вашей первой сигнальной системе, в частности, вашей задницы, как ее неотъемлемой части, по барабану на каком диване сидеть, если он мягкий и удобный. А вот эго видит в диване не только приспособление для отдыха, но еще цифры, название бренда, отношение к этому дивану других людей. Эго же не сидеть на этом диване, ему им быть. Потому что знаешь, в чем разница между твоей футболкой и моей? Когда ты смотришь на футболку, которая принадлежит тебе, в твоем мозге активируется тот же участок, что и в минуты, когда ты думаешь о себе самом. При взгляде на чужую футболку такого эффекта не наблюдается. Но и это еще не все. Если заглянуть тебе в мозг во время политических дебатов, в ходе которых будут затронуты твои политические взгляды, мы увидим возросшую активность все в той же самой сети пассивного режима, которая отвечает за самопредставление. Хочется сказать, что это потому, что эго так сильно себя ассоциирует с предметами и явлениями, определяющими его идентичность, отождествляет себя с вещами, которыми владеет. Но мне кажется, не совсем так. Там нет никого, чтобы мог чем-то владеть. Эго – это и есть эти вещи. Эго – это и есть твоя футболка, твой телефон, твои аккаунты в соцсетях, твои подписчики, твои политические, религиозные взгляды, каким тебя хотели видеть родители, каким тебя хотели видеть учителя, что ты слышал по ТВ и читал в интернете. И неужели этот голос в твоей голове не твой? Неужели тебе подбросили, внедрили его в мозг? Сейчас не берусь утверждать, что в нем совсем нет ничего от тебя, это сложная тема, заслуживающая отдельного ролика, но задумайся, если с самого начала,
с самого детства. На твой вопрос «Кто я?» единственное, кто мог ответить, это другие люди, напрямую или опосредованно через усваиваемую тобой культуру. В какой момент их голоса стали твоим? Как бы то ни было, внутренний голос нельзя подвергнуть однозначной оценке. Он может быть и твоим другом, и врагом, но главное, что он – это не ты. Иногда его цели, его одержимости, его суждения могут отличаться от того минимального, что тебе нужно для счастья. Просто не надо верить всему, что он говорит, и доверять ему как себе. И это снова об умении наблюдать. Замечать, когда его тревоги и мании подчиняют себе твое поведение. И, возможно, этот порыв, например, отомстить кому-нибудь, или схлестнуться с кем-то в идиотском споре, или променять день с семьей на работу, не потому что есть финансовая необходимость, а потому что так как-то спокойнее и правильнее. Возможно, все это не твое, и тебе не стоит в этом участвовать. Или страх. Например, страх смерти. Животные, которые не знают, что такое эго и самопредставление, не испытывают его. Инстинкт самосохранения у них, безусловно, есть, но это автоматическая реакция, как одергивание руки от горячей сковородки. Но котик или хомяк не сидят и не рефлексируют: «Боже, неужели я умру? Что от меня останется? Кто будет крутить мое колесо?» Этим занимается только эго, которое умеет переноситься в будущее и моделировать реальность, даже ту реальность, где нас уже нет. А для тебя, для твоей первой сигнальной системы, такой проблемы не существует, для нее есть только настоящее, только сейчас, в котором ты всегда живой. И вот, казалось бы, все перед носом, а точнее за ним у тебя в голове, на самом видном месте, все время безостановочно гудит внутренний голос. И именно поэтому люди перестали его замечать, он стал для них самим собой разумеющимся, поэтому прозрачным. Так же, как когда долго едешь в поезде, привыкаешь к постоянному стуку его колес. И по-настоящему осознать существование эго можно, пожалуй, только если оно вдруг замолчит, но ему всегда есть что сказать. И начинает даже казаться, что если кто обладает реальностью, так это оно, а не ты. И большинство людей так никогда ничего не заметят, так никогда ничего не поймут. Что с них взять? Люди. Наверное, не стоило так говорить. Теперь ведь напишут в комментариях, что возомнил о себе черт знает что. Не самая продуманная реплика, особенно для концовки видео, когда нужно максимально тщательно взвешивать слова. Наверное, концовки уже не такие яркие, как раньше. Неужели я себя исчерпал? А мне так хочется, чтобы в моих видео было что-то особенное, что-то непохожее на остальных, чтобы был вот мой канал, ЧД, мой канал, который я придумал. Все остальные каналы держать темп, пора уже давно вернуть. Да он теперь выйдет, там же ведь зима, зелень, да какие три их там пущения, все эти шапки до сих пор нет. Ну что я могу поделать, если шапки, когда я давно ни во что не играл, да и неинтересно, раз в шахту. Все мне нравится рыжий, тем рыжий, какой зовут рыжий, хотя листочки еще было, видимо, еще и дороги, и глаза чаще было, но пора не стучал. Зима, зима, когда снег почему-то становится тише, 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 еще тише, совсем тихо. Как описать тишину?